Оксана Оберемок, консультант страхової компанії. Переконана, що вибираючи консультанта, ми вибираємо друга сім'ї, який може дати відповіді на всі питання щодо договору та супроводжуватиме протягом всього періоду співпраці. Доброго вам ранку. Добрий день. Я так розумію, вам часу доводиться зранку прокидатися. Так, звісно. Ось дивіться, перед тим, як я представила, що ви завітали до нашої студії, я зачитала таку цікаву новину. Як ви гадаєте, це фейк чи це дійсно реальність, це правда? Ні, це дійсно реальність. Всі договори дійсно написані дуже мілким шрифтом. І потрібно бути дуже внимательним, і читати, і задавати питання, і спрашувати, і цікавитися, тому що тут якраз все вирішується, ваша життя. Поэтому очень нужно быть внимательным и самое главное любопытным. Так. И мы сегодня будем с вами говорить про страхование життя. Я, наскільки розумію, про ризикове страхування життя, тому що останнім часом нас сколихнула в багатьох людей така паніка навіть з'явилася, що падають дерева, і в такий момент задумуєшся над тим, а чи не що робити, до кого звертатися і так далі. Якщо особливо, не дай Боже, потрібна буде допомога, так? Адже небезпека наша ту є скрізь. Так. Ми просто не замислюємося іноді над цим, навіть на звичайних зупинках. Да. Вообще, страхування житті, по суті, відповідає на 4 питання. Самый первый вопрос. Если вдруг я тяжело заболею, будут ли у меня деньги? И, конечно, если человек застрахован, то у него есть деньги. И включая онкологию, инфаркт, на эти заболевания нужны очень большие суммы. И в том случае, если человек застрахован, значит, он как-то гарантированно, что у него есть деньги на лечение. И если несчастный случай в том же случае, понимаете? Угу. Если всегда, когда происходит какой-то несчастный случай или ДТП, у меня лично первая мысль, а застрахованы ли те люди? Второй вопрос, что тоже отвечает страхование. Что я буду делать? Не то что. Что будет, если я не вернусь домой? Несчастные случаи в том же числе происходят очень часто. И что будет делать моя семья? Это очень такой щекотливый вопрос. Жизнь заканчивается для человека, но не заканчивается для семьи. Нужно воспитывать детей, растить, нужно все оплачивать. И если есть страховая выплата, то она помогает семье перенастроить свою жизнь и как-то продолжать жить дальше. Третий вопрос. Где я возьму деньги на обучение детей? Этот вопрос тоже очень многих интересует. Еще и на дети заявляются, сразу заявляются такие питания. Конечно. Если ребенок, в том случае, если родители накапливали, пока рос ребенок, они молодцы, большие молодцы. Если ребенок поступил на бюджет, что тоже возможно, тогда эти деньги они запросто могли бы направить. Конечно, купить квартиру, машину купить ребенку или еще как-то обеспечить. И четвертый вопрос, который вот я обозначила, это что я буду делать, если я буду слишком долго жить? Как я буду жить? Мы все смотрим на западных пенсионеров, как они с большими глазами, с фотоаппаратами на шее. Подорожуют, да, путешествуют, радуются жизни, у них есть хобби, увлечения, и мы хотим так же. Но они именно накопление делают с молоду. Поэтому эти все 4 вопроса волнуют каждого, и каждый должен задуматься, что есть смысл поинтересоваться, найти нужного консультанта, разузнать все. И сделать для себя вывод, сделать правильный выбор. Вот. Это я искренне рекомендую всем телезрителям, вообще всем людям. Это на сегодняшний день это актуально. Я знаю, что наши еще бабуси, прабабуси страховали всех. І своїх дітей, і своїх внуків, і своїх правнуків, тому що я знаю, що мене бабуся страхувала. Але зараз чомусь люди не так довіряють уже цій всій системі. Як ви гадаєте, чому? Чому перестали звертатися до страхових компаній? Чи, можливо, я помиляюсь? Можливо, є статистика, що люди навпаки останнім часом активізувалися? Ні, дійсно, на Україні ще не так багато застрахованих. Роботи багато.
поле не паханное, вот, но уже идет, ну вот, насколько я знаю, активно страхование стало развиваться где-то, ну, 2000-е, 2002-й, там, 2003-й год, и считайте, уже 10-15 лет уже даже есть страховые выплаты по дожитию, то есть кто люди страховался на накопление, они получили уже свои выплаты, но это небольшой процент. И все-таки я думаю, что если, смотрите, автомобили нас заставили страховать, и каждый автомобилист обязан застраховать, mm-hmm. правильно? Это все-таки со стороны государства. То здесь страхование жизни, это лежит на плечах людей. То есть... Іноді ми навіть більше думаємо про побутову техніку застрахувати, так? Ніж про себе. Да, да, да. Поэтому вот так вот и происходит, что на осознанности каждого человека, если вот он принял решение, что ему нужно поинтересоваться этим вопросом, значит, он принимает решение, он страхуется. Если нет, значит, так это остается. Никто же не представляет себе, что с ним что-то произойдет. Никто же не думает, что он будет в старости бедный, несчастный. И, ну, все думают, что они будут... Я ще встигну. Да, і тільки заощадити. Конечно, тільки благодаря чоловіку ізвні, которым является консультант, можна, ну, правильно вот немножко сориентироваться. Сам человек не может. Мы так устроены. Это не то, что мы такие плохие. Это наша психология такая, что с нами будет все хорошо. И это хорошо, что мы так настроены. Но именно страхование – это тот продукт, который можно купить только тогда, до наступления страхового случая. Потом уже все. Это единственный продукт, который можно купить до. Після вже вам його ніхто не продасть. От і все. Якщо не думати, ну, наперед, а думати про те, що може трапитись з тобою от найближчим часом, це от різноманітні нещасні випадки, людина часто хворіє, можна чи так само страхуватись? І це окремі якісь види страхування? Смотрите, ну, звісно, хорошо страхуватися молодим. Когда у тебя еще нет никаких болезней, никаких диагнозов, но если есть какие-то уже заболевания, все равно страховка возможна. Но опять же, могут запросить у вас медицинскую карточку или какое-то медицинское это исследование, или предложить пройти в компании. В каждом городе есть свой медицинский пункт. Да, 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 где можно пройти обследование, и тогда возможно страхование. Но смотрите, даже вот несчастные случаи, переломы, ожоги, даже если какие-то есть диагнозы у человека, все равно он может застраховаться на случай переломов, ожогов, на случай заболевания онкологии, там, ну, очень много есть. Я так считаю, что это очень все индивидуально. Нужно приходить, общаться, нужно все конкретно под человека подбирается. Тому що возраст, робота, професія – все має значення. Я знаю, що ви кажете, що коли обираєш консультанта, то ти обираєш друга сім'ї собі. Тобто консультант – це людина, яка супроводжує повністю на весь срок договору, чи як? Звісно, звісно. Договори заключаються обычно там, на 20, можна на 10, мінімум на 10, можна 15, можна на 20, на 25 лет. Тобто це якби довгосрочне таке сотрудничество. І дуже добре, коли консультант, он действительно, вот как сейчас идет к тому, что там семейные врачи или еще что-то, и консультант это тоже вот такой человек, который знает потребности этой семьи, знает, всех знает, и как лучше что сделать, потому что время проходит, и у людей могут поменяться какая-то ситуация, что нужно, допустим, изменить страховой взнос или еще что-то, и это все решает только консультант. Я именно так вижу эту профессию. Ну що ж, дякую вам, що ви до нас завітали, розповіли нам корисну інформацію. Сподіваюсь, глядачі обов'язково долучаться, зроблять свої висновки і будуть страхувати не лише автомобілі, не лише побутову техніку на 5-10 років, так, а й задумаються над тим, що можна застрахувати себе і застрахувати своє життя. І найголовніше тут, мабуть, правильно обрати консультанта, який добросовісно розкаже всі нюанси, можливо, підкаже, почитай той пункт, і там дізнаєшся, що можна отримати 10 тисяч доларів. Ну що ж, дякую вам за те, що ви до нас завітали. Нагадаю, що у нас сьогодні в студії була Оксана Беремок.